Опасный короткий путь. Пунктуация и правила написания заглавных букв — это лишь часть грамматики, но они также поддерживают порядок. Иногда, когда один период твоей жизни подходит к концу, кажется, будто ты пытаешься разделить на ноль. Что здесь происходит? Матч по баскетболу. Команда нашей школы соревнуется с Серебряной академией. Интересно, давайте посмотрим. Мы знаем, что уходить нелегко. И нам всем нужна поддержка, доверие и внимание наших друзей. Давай, Эндрю! Ты же не испугался! Отлично! Бросок, что надо! И часто нам нужно крепкое плечо близкого друга. Из-за Эндрю они выглядят как придурки. Неужели они опять пропустят мяч? А! Ну, давай же! Время вышло, победила команда Серебряной академии. Какая грустная картина. Я же говорила тебе, что Эндрю не умеет играть в баскетбол. Ты что, заснул? Из-за тебя мы проиграли. Ты мяч прямо в руки отдал. Когда ты помогаешь выйти из неприятной ситуации, на душе хорошо. Но когда из-за тебя все только хуже, кажется, что земля уходит из-под ног. В такие моменты ты задумываешься, а не найти ли путь попроще? Ты сделал все, что мог, Эндрю. Это всего лишь игра. Да, но это игра перед всей школой. Я выставил себя полным идиотом. Пусть это послужит тебе уроком. К тому же я не считаю тебя дураком. Правда? В каком смысле? Я видел, как ты слушала этих девчонок на трибуне. Да? Значит, ты считаешь, я такая же, как они? Нет, я этого не говорил. Хорошо, что ты этого не сказал. Лучше я пойду домой одна, а ты подумай обо всем, что произошло. Дженнифер, молодец, Эндрю. Теперь самая лучшая девушка во всей школе не хочет с тобой разговаривать. Бедняжка Эндрю запутался. Похоже, его вера в себя сильно пошатнулась. Он ведет себя как ребенок. Пусть возьмет себя в руки, как я. Хватит умничать. Не забывай, что перед тобой девушка, которая не раз тебя побеждала. Да, я тебя тоже не раз побеждал, ангелочек. Эй, ты. Эй, парень, подойди сюда. Это кто еще? Понятия не имею. Мы знакомы? А пока нет. Но мы можем стать лучшими друзьями. Вы что, фокусник, что ли? Нет, подожди, послушай. Я видел, как ты поссорился со своей подружкой. Мы не ссорились. Как угодно. Но мне кажется, на баскетбольном поле сегодня точно не блистал. Ну да. Мне кажется, девчонки не любят неудачников. Но они все же рождены чемпионами, правда? Так что таким, как мы, с тобой не нужна помощь. Кто вы такой? Никто, но я могу тебе помочь. Всего один глоток из этих бутылей, ты будешь играть как Майкл Джордан. А что в них? Там кое-что особенное, кое-что, что не продают в супермаркетах. Это незаконно. А тебе какая разница? Главное ведь, что это работает, правда? Нет, я уверена, этот странный тип просто хочет отравить Эндрю. Успокойся. Ничего. Волноваться не надо раньше времени. А? Решайся, я целый день ждать не буду. Подумай, а потом скажешь, что решил. Я приду завтра в то же время, на случай, если тебе понадобится. Эндрю не дурак, он ни за что на это не купится. Детей всегда учат не брать конфету посторонних людей. Какой наглый тип! Да, это ему, похоже, не мешает. Я так рада, что мне не придется отговаривать его покупать это зелье. Но мне придется уговорить его сделать неправильный выбор. Нет, ты не должен толкать его на это, ведь на карту поставлено его здоровье. Я не понимаю, о чем ты. Ты что, забыла? Я демон. К сожалению, нет. Раф, подожди! Куда ты? В комнату состязаний. Я должна повлиять на Эндрю, пока это не сделал ты. Значит, в комнату состязаний. Посмотрим, кто кого. Как насчет серфинга? Побеждает тот, кто первым дотронется до буйка, как в прошлый раз. Но в этот раз ты меня не обманешь, а без жульничества тебе меня не обогнать. Но ты все равно проиграешь. Это мы еще посмотрим. Быстрые крылья!
Увидимся на берегу, улитка! Она, как обычно, меня обгоняет. Но у меня есть идея. Я создам гигантскую волну. Крылья силы! Отлично! А теперь я попробую поднять волну. Я почти у цели, но все равно нельзя доверять Сульфусу. А вот и я! Лучше тебе подпрыгнуть, если не хочешь, чтобы волна тебя накрыла. Что же делать? Я наверху, ангелочек! Если я не уйду с дороги, волна накроет меня с головой. Эй, ангелочек, волна что, столкнула тебя с серфа? Улыбка тебе не идет. Отлично. Да, я выиграл. Да, я уже поняла. И в этот раз мне даже жульничать не пришлось. Раз ты так считаешь. Правила были простые. Кто первым дотронется до буйка, тот и выиграл. Так что теперь я первым отправляюсь к Эндрю. Не надо, Сульфус. Не советуй Эндрю покупать этот яд. Я никогда тебя не прощу. Никогда. А? Продолжим после перемены. Эй. Ты все еще злишься на меня? Я не злюсь. Я просто расстроена. Если ты думаешь, что мне есть дело до какой-то глупой баскетбольной игры... Эндрю, похоже, завтра мы опять играем против Серебряной Академии. Да, ну и что? Смотри, опять не испорти всю игру, а то пожалеешь. Отлично! Очень хорошо. Лучше момента и не придумать. Сейчас? Но ведь Эндрю и так плохо. Именно. Когда тебе плохо, дурацкие идеи кажутся правильными. Эндрю. Ты это мне? Да, ты ведь Эндрю. Да, что ты хочешь? Ты подпишешь мою футболку? Я же неудачник. Неудачник? Да ты что, смеешься? Что ты затеваешь, Сульфус? Да ты вообще игру видел, это из-за меня мы упустили последний мяч. Ну да, но тебе ведь не повезло, иначе бы Дженнифер. А Дженнифер здесь при чем? А ни при чем. А все-таки? Ну, она одна из самых популярных девчонок в школе. Она многим нравится, и крутым парням тоже, и умным, и спортивным. Ну и что? Ну так она тебя выбрала. А с неудачником она не станет встречаться. Ну да. Ты играешь на его неуверенности. Так что ты не должен попасть в просак. Твоя подружка будет так гордиться тобой, когда вы выиграете завтрашний матч. Смотри, не провали его. А? Этот парень прав. Завтра матч, и если я опять провалю игру, Дженнифер меня бросит. Может, мне действительно стоит купить тот напиток? Ну, у того парня, который мне его предлагал. Нет, 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 и еще раз нет. Я должна срочно что-нибудь придумать. Классная вспышка. Мне не терпится попробовать новое приложение для моей камеры. Ури! Раф, что случилось? Мне нужна твоя помощь. Эндрю может совершить серьезную ошибку. Позови Сладку и Микки, а потом я все объясню. Я готова. Кокс, начинай превращение. Охранять и защищать. Давайте за работу. Эх, мне никогда не попасть в кольцо. Я просто неудачница. Давай, не сдавайся. Просто сосредоточься. И продолжай тренироваться. И даже если у тебя не получится, ты всегда сможешь сказать, что старалась. Да, получилось. Молодец. Продолжай в том же духе. Надо просто тренироваться. Точно? Спасибо, ангелы. Что бы я без вас делала? Мы пошли. До встречи. Ладно, я останусь и поиграю еще немного. Привет, ты случайно не играешь в баскетбол? Я? Играю. Может, ты поможешь мне потренироваться? Может, это ты мне поможешь? У тебя отлично получается. Да ты что, я вообще первый раз в корзину мяч закинула. Но главное, это упорно тренироваться. А что, если нет времени, если надо очень быстро научиться хорошо играть? В каком смысле? Ну, наверняка есть другой способ, кроме упорных тренировок. Какой-нибудь более быстрый? Или не так?
Более быстрый? Такие пути опасны, да к тому же они для неудачников. А? Ты должен быть готов упорно тренироваться, и тогда все обязательно получится. Попробуй. И не беспокойся, если не попадешь в корзину. Ты же слышал, что сказали мои подруги? Главное – это тренироваться. Повторять, повторять и повторять. Ну чё, ты решил? Да, я куплю ваш напиток. Молодец. Деньги принёс? Стойте! Вы арестованы. Что? Как вы меня выследили? Нам помог этот парень. Ты? Но ты же хотел купить мой напиток. Ни за что, мое здоровье дороже. Эндрю, ты правильно поступил. А таким, как ты, место за решеткой. Да, я знала, Эндрю меня не разочарует. Да, похоже, я проиграл. Я не ожидала от тебя такого, Сульфус. Я не думала, что ты зайдешь так далеко, что подвергнешь риску жизни, Эндрю. Раф, ты простишь меня? Что со мной происходит? Неужели я в нем ошиблась? Неужели мои чувства к нему были вызваны только укусом паука? Или нас связывает что-то большее?